Здравствуйте, дорогие мои друзья! Мне 66 лет. Я хочу вам показать несколько упражнений. Ну, хотя бы одно упражнение, чтобы была осанка хорошая. Вот, я как утром встаю прямо в постели, не вставая, прямо сразу в постели. Я делаю такое упражнение. Это называется собака. Собака. Вот. Значит, коленки. Так. А должны быть руки вытягивайте. Вот. И они должны подмышки прямо стараться доставать пол. А подбородок надо положить на пол. На пол. И так где-то до 3-5 минут. Вот. Это выпрямляет осанку. Ну, вот если 3 минуты прошло, значит, делаем так вот. Кошку большую. Кости поджимаем. И садимся на пятки. И вот так. И так делаем 3 раза. Еще раз. Вот. Садимся на пятки. Так, еще раз. 3 минуты надо все время лежать? Ну, можно минуту. Кто как. Чем больше, тем лучше. Здесь, потому что, видите, заметили, грудь лежит на полу, подбородок тоже на полу. А подмышки стараются, значит, нас мы должны приближать к полу. Вот. Ну, и опять же большая кошка. Хвостик поджимает. Ложимся на пятку. Можно на лоб положить. Вот, такое упражнение. Потом, что делаем? Чтобы у нас еще можно позвоночник вытягивать. Чтобы у нас позвоночник был хороший, нужно его вытягивать. Мы делаем такой сфинкс. Вот, тянем, значит, голову назад, а позвоночник, как спадаемся в спину, грудь вперед выпячиваем. Вот тянем. Можно вот так делать? Вот. Потом берем так вот, тянулись. И тоже можно до 3 минут прямо можно так держать. Кто как? 5 секунд. Это для пресса. Ну ты расскажи, ты давно это делаешь? Ну, я делаю уже где-то полгода больше. Больше. Ну, конечно, занимаюсь давно уже этой йогой. 5-6 лет. Так, вот. Потом отдыхаем. Стараемся или положить на ухо, или на щеку. Вот так полежать нужно. А потом, после этого, мы делаем так же кошку. И тоже так же повторяем несколько раз. Раза 3. Потом мы делаем такой... Как это называется? Вот так вот. Мостик наоборот. Стрела, что ли? Лук или стрела? Это что называется? И, ну, тоже так держим. Чем больше, тем лучше. От 1 минуты. Вот. Отдыхает так. Позу ребенка. Так, что там еще? Ну, так, мы прокатываем спину. Это нужно так и делать 10 раз. Ну, пускай это сделали. Потом мы переходим на лук, березка. На березку.
Потом делаем блок. Вот так вот. Мостик такой. Вот. И еще что делаем? Здесь растяжки ног идет. По одной ноге, да, разминать? Сначала одну сторону, да. И этот живот кладем. Стараемся сюда положить. Не спину вот так загибаем, вот именно живот. Животом ложимся. Вот. И тянемся так вот. И тоже от 1 минуты до 3 минут. Держим так. Все. Держали. Выпрямили. И мы вот так вот. То есть мы компенсируем. Отдыхаем. Сделали в одну сторону, потом да. Компенсируем потом всегда в другую. Сторону делаем, да. Я так по-быстрому буду показывать. Так, вот это же. Вдыхаем. Так, потом делаем вот так. Вот. И тоже так же животом ложимся. И тянем так. Это растяжка. Ног идет. Вот. Тут. Тоже опять. После каждого упражнения. Тут вторую ногу. Бабочку, здесь где-то 8 сантиметров нужно стрелять. И вот стараться нужно бабочку, вот, чтобы они ноги ложились прямо на пол. Это для... Раскачиваться. Ну, как получается. Да, да. Это для... У нас для вообще для спортивных хорошо очень. Для женской части. Нашего разработки, да. То делаем вот так вот. Здесь должен быть... прямоугольный и также животом стараемся вот так тянуться вот, между вот вот так вот тянусь и тянемся так растяжки вот так. Тянемся. Стараться надо опять так же животом ложиться на пол. Это я не умею. Не головой, а именно живот нужно тянуть, живот. И стараться не горбиться. Спина у нас всегда должна быть прямая. Вот. Даже когда вот сидим на палочке, да, вот, у нас спина всегда прямая. Вот, всегда. У нас затылок вот это, тянется к потолку. Так, потом, значит, что делаем? Делаем голубь. Вот голубь. Это как полушпагат, да? Как в школе нас раньше учили. Полушпагат. Полушпагат, это, ну это полушпагат у нас вот так вот идет, а здесь нужно вот его вот сюда выставлять пятку. Сейчас я на другую сторону сделаю, видно будет. Вот. После этого. Ну, это уже так же от 1 минуты. Чем больше, тем лучше. Если их кому тяжело, можно вот так лежать. Вот. Вот это место должно тянуться. Вот. Потом мы делаем вот так. Прямоугольник. И мы стараемся тело положить вот сюда. Очень тяжело, конечно. Я сама-то еле-еле делаю. Вот. А после этого у нас переходим на шпагат. Вот. Вот он шпагат.
Молодец, Саша, ты садишься на шпагат вообще. Ты всегда на него садилась или недавно? Ну, раньше садилась, потом не садилась, потом нынче опять стала садиться. Вот опять, я никогда не пробовала даже. Ну, это знаете как, ну, так тяжело делать. Чтобы шпагат делать, нужно, очень нужно это, разогревать ноги, надо к питанию. Вот опять же делаем голод на другую ногу. Вот у нас, значит, эта тазобедренная часть, вот это должно все тянуться должно. Вот. Можно руки отпустить. Так, если получается. Так, потом делаем опять же квадрат. Вот эту прямая. И тело заносим сюда. Получается, каждая сторона тела по-разному может ложиться. Одна сторона ложится, другая нет, да? Да, конечно. Вот именно. Всегда, я не знаю, с какой справа, с левой стороны лучше делать. Вот. Ну и потом все идет на шпагат. Мы напоминаем, что Саше 66 лет, и она сидит на шпагате. Да что там, а молодые дамы не сидят вообще. Мне 30 лет. Вот. И опять же мы. Надо, ну как, чтобы спина отдыхала. Так, что еще? Так. А, еще вот это. Это поза воина называется. Вот, садимся. И потом падаем назад, да? Да. Вот, сидеть нужно, вот это нужно все расслабить, вот, чтобы, ну, можно ноги вот так делать, и кто как может, вот так вот можно. Ну, вот это, мне это так жалеет, показывали, это когда жалеет, вот, да, когда можно... меня учили, сначала, когда садишься, надо ноги садиться, вместе здесь. Да, вот ноги вместе, и вот эти икры раскладывать вот так в сторону, да, да, да. Так сесть. А чтобы... Ну вот я же говорю, можно вот так, можно вот так, да, вот. И потом меч вот так. Да, вот, видишь. Ну потом берешь и думаешь, нафига мне это надо? А ты вот так раздвигаешь еще ноги, да? А когда раздвигаешь, так легче. Они сами раздвигаются. А я мне... так не могу. А мне так. Я так раздвину, мне так легче вообще бежать. Ну, а так вот, от этого так досадняешь, да? Да. Видишь, у тебя и так у тебя лучше получается. Вот. Но я для этого ничего не делала. Это у меня всегда так. Ну, потому что я это тоже у меня было всегда. Но я на шпагат-то не могу. А потом какое-то время я располнела, там не занималась, у меня стали клетки болеть. Это надо так это сделать? Это голубь, да, голубь, да, да. Сначала так, потом вот так, да? Сначала так, вот так сначала сделать, да. Голубь сделаешь, у тебя вот это место должно тянуться. Ну, что тут? Ну, можешь не ложиться, может, тогда вот так. Ничего не тянет, да? Ничего не тянет. Ну, так, ну, и вот так. Носи. И старайся вот эту промежность, нужно сюда стараться вниз. Наоборот, вниз? Да. Вот так вот. Вот эту промежность, вот она... Надо бедро разворачивать, надо вот. А, ну вот тут тянет, вот, так, вот да. Это нижнее бедро да, тянет, да? И, да, вот эта часть разворачивает, тянуть тоже, да. А потом вот это уже вот так, да? Потом вот так, да, и потом на нее... Ну вот, да, старайся голову положить. Вот, видишь, у тебя хорошо получается. Нет, надо туда прям руки. Вот, так, вот, вот, да. Вот эту коленку надо вообще ее выносить туда, а сама туда, давайте к нему. Вот, вот. Видишь, как хорошо? Молодец. Вот. А теперь после этого выпрямляй ногу вперед. Ну, если у тебя не получается, можешь садиться просто на задницу. Вот сюда, вот на эту просто садись, а ногу прямо делай. Вот выпрямляй. Так она не выпрямляется. Ну, я никогда в жизни на шпагат не садилась. А чтобы шпагат садиться, нужно вот эти пучки делать. Вот. Так, потом опять. Раскачиваешь, вот растяжку. Ну, это просто. Вот. Получается так. Да, вот. Еще. Ну, у нас в школе дальше полу шпагата нас никто не тренировал. А в школе нас кто тренировал? У меня тоже никто не тренировал. Вот. Это за секцию ходишь уже. Ага. Да. Вот потом придешь.
Уже потихоньку. Можно сюда просто руками держаться вот так. Не обязательно прямо садиться между. Можно на задницу вот сюда вот садись. Вот сюда, в бок. В бок старайся. То есть сначала так вот. Не надо так развивать эту связку. Вот. Короче, это вот. Надо. Это чтобы так делать, нужно встать ногами и ногами стараться вот. Идет живот. Не грудь, а живот. Животом старайся вставать вот эти места. Только животом. Это тебе не обязательно. Это пускай у тебя он хоть там висит у тебя. Не надо стараться голову доставать. Вот. Животом сначала идет живот. Лежит прямо сюда на коленях. Вот живот твой, живот. Вот живот. Все. Вот. Потом уже там спина идет все вместе. Вот. Что там получается? Живот. Ну. А там коленки поднимается, старайся. Ну еще плохо еще так. Вот, вот это у тебя вот это сгиб надо тебе зарабатывать. Ну, а вот это сделай вот собаку. Вот эту собаку? Да, да. Которая так. Да, у тебя должно же получиться. Да. Нет, ты совсем вот выпрямилась. Надо брала сюда. Вот здесь растопырить надо. Так, да. Да. И ложись на грудь. Подбородок на пол. Вот это место прогнуться должно. Вот. Здесь тебе не достает. Вообще грудь должна лежать на полу. Сисек не вот. Вот. Вот, вот, вот. Ну, тянется? Не больно ничего? Ничего. Вот. Вот это надо. Вот доставать нужно. Это назад. Здесь должно быть перпендикулярно. У меня тоже не перпендикулярно было. Вот. А вот это, ну как, спина, она у тебя должна прогибаться прямо вот эта грудная часть должна прогнуться. Вот. О. А потом она больно, да, тебя. А теперь делай большую собаку. Кошку делай, кошку после этого. Высокую кошку. Хвост надо поджимать вниз, вот это место. Так, вниз, вниз, да. Высокая кошка, да. И вот еще раз, несколько раз делай так. А потом нужно садиться задницей на пятки. Вот, здесь растопырил. Вот. И вот так вот. Кожу, да. Вот. Видишь, хорошо. Вот это место на тебе. Но у тебя вообще гибкое это место. Ты просто сама себя приучила, что ты высокий или сутулишься. Да. Да. Вот, это не надо прятать свою фигуру. У тебя фигура хорошая, надо вот расходить, вот подбородок не уйти. Несешь вот так, вот, 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 вот так. Не наверх, а вот. Я в Казахстане выходом все вот такие. Выходы. А здесь маленькие подтягиваются. Ага, ты стараешься тоже как будто пониже, ну как бы наравне с ними быть, да? Еще вот иголка еще, вот иголка. Покажи. Иголка это что? Игольчатое ушко называется. Можно его делать, значит, как же его делать-то? А, лежишь вот так, да? Это обыкновенно иголчатое ушко, да, вот так вот, да? Это легко, это вообще легко. Это, наверное, каждый может, да? Вот вторая нога. И так же вот, вот она. Вот, пожалуйста, эти тазобедренные части, это раз, ну, как растормошить. А так вот сидишь. Так, вот берешь. Вот сюда. Идешь вот. Это должна быть пятка жесткая. Вот это вот она. Вот. Все, я взяла ее. Вот. О, я так не смогу. Как ребенок. А теперь я падаю. Это уже вторая часть. Все. Сюда что ли положить ребенка? Ну, у тебя же хорошо получается. Так, пятка. Вот это должна быть жесткая. Вот. Ну, куда я знаю? Жестко должна. Вот, да. Вот, вот взяла вот, вот, все, вот, все, жестко. Жесткая вот делаешь. Это или жесткая вот это? Вот, ну прямая. Ну вот понятно, она. Да. Она не разболтана должна быть. Вот, не на пятки. Вот взяла, вот, вот, все. И держишь ее вот. Так, с этой стороны держать или с этой стороны? Вот я вот так вот, вот, вот так, в середке руки. И старайся спина прямая, да, чтобы была. Выпрямляйся. Спина всегда в йоге прямая должна быть всегда. Вот. Теперь потихонечку падаем.
Ой, боюсь, я сейчас упаду. Оп! Вот, все. Теперь мы берем ногу, выпрямляем ее. Вот, выпрямляем. Тянемся. Теперь берем за пятку и сюда, в сторону. За пятку. Вот. Теперь вот так вот. Теперь нужно, смотри, взяться вот за большой палец и стараться завести вот эту руку за голову. Какую руку? Вот эту? Вот эту, за которую ты берешься. Ну вот эту. Да, ты. У меня рука длинная. Да, сейчас завела сразу. Завела. Я вот. Я тоже как долго училась. У меня и дольше, у тебя вообще хорошо получается. А теперь можешь за голову завести ногу. Сюда что? Туда еще можешь. Так вот осторожно надо быть. Ты не сломаешь себе. Вот. Одну ногу сделали. Теперь мы делаем вторую ногу. Вот. Теперь так же берем. А я для этого, чтобы так вот, если не идет нога, можно просто вот так сначала сесть, разминать. Ну, у кого не получается, я вот так вот делаю вот сначала. Стараюсь вот этот. Ну вот тут тянет. Колянка, смотри, вот так, да, вот. Видишь. Да, так, потом беру ее так же. Вот. Она у меня руки длинные. Вот взяла, да. Вот. И опять так же падаем. Держим. Ой, ну тут больно. Больно, вот. Теперь выпрямляем перед собой. Коленка прямая, всегда прямая коленка. Вот когда держишь. Вот тебе шпагат, почти полушпагат. У тебя шпагат, откуда у меня-то шпагат? У меня нет шпагата. Будет. Сразу носка не строилась. Вот, так же. Можно, я за пятку все время. Я каждое утро, постоянно, вечером всегда вот так вот беру, вот так ногами. Ты делаю постоянно. Вот. И опять так же берешь вот эту рукой. Вот этой рукой, этой же рукой берем. Вот это, да, да. Вот и там за голову. А мы над этой рукой делали? Нет, ты делала вот это нога, рукой. Это рука. Это нога, это рука. И куда ее тебе за голову так же. Вот так что ли? Вот. Руку за голову. А, руку за голову. Да. А это колено тебе должно вот туда идти. Вот это как раз для бабочки ты хорошо разворот. Вот. Нет, еще не получается. Вот так вот. И вот.